Приди в себя, обозначь, чего хочешь, и тогда окружению будет проще понять тебя и двигаться вместе в одном направлении. Сегодня в выпуске настольная игра для пар или людей, которые только хотят вступить в отношения, а может разрешить недопонимание в семье. С какими же запросами пришли героини к психологу? Выстраивать отношения, чтобы все было гармонично, комфортно. Как понять партнера, как показать, что правильно, что я хочу, как бы озвучить свои ожидания, и чтобы это было бесконфликтно, так скажем. Гармонично и экологично. Чтобы меня поняли. Сейчас это говорят. Да, гармонично. Как не допускать ошибки, которые уже, видимо, когда-то были допущены. Не повторить. Не повторить, да. Ну, бывает такая ситуация, что мы даже не знаем, чего мы сами хотим. Поэтому как может партнер узнать, чего мы хотим? Приди в себя, да, в первую очередь. Начинаем мы на старте. Это встреча двух сердец. Вы можете пофантазировать, как бы вы хотели, при каких обстоятельствах, при каких условиях вы хотели бы встретить свою вторую половиночку. И следующим этапом у нас идет багаж прошлого. И на наши отношения всегда влияет очень много факторов. Это очень большая проработка. На игре проработать практически невозможно. Это требуется либо отдельная консультация, либо отдельные тренинги. У меня выпали цифра 5, чужие стратегии. Я понимаю, что насколько мамино прошлое, маминые установки мешают мне сейчас жить, принимать решения и в том числе строить отношения. Цифра 5. Какой язык любви у нас? Физические прикосновения. Физические прикосновения. Кому отзывается? Правильно понимаю, что для вас именно доказательством любви, то есть то, что вам, ну, вас любят, это именно прикосновение. То есть прикасаясь к вам, партнер говорит вам о том, что он вас любит. Ну, то есть вы воспринимаете. Я правильно понимаю? Да, да, да. Да, это здорово. Поэтому... Чем чаще, тем лучше. То есть у каждого из нас есть свой язык любви, и для каждого это разное. А мы переходим на следующий пункт – фундамент счастья. И, как говорится, наше счастье строится из кирпичиков. Вы сейчас берете кубик с 10 гранями и кидаете, та цифра, которая выпадет, это столько кирпичиков вам нужно будет заложить в свой фундамент, в будущее отношения. В качестве фундамента счастья 3 раза выпала родительская семья. Родительская семья, и я понимаю, что для меня это действительно очень важно. И не только моя родительская семья, но и родительская семья партнера. И, соответственно, вот эта преемственность поколений, традиции, уважения. На карте, да, я вижу 6 вопросов, и действительно эти вопросы, ну, позволяют глубже вникнуть, подумать, на чем сконцентрироваться, на что обратить внимание. Ну, вот такие вопросы, как, допустим, как часто вы парой будете посещать свои семьи, как вы видите свои отпуска, планируете ли вы жить рядом с родителями, переедут ли они к вам, если будут требовать ухода из-за возраста. То есть вот эти вопросы тебе нужно будет обязательно обсудить со своей половинкой. Сколько у меня секретов счастья для гармоничного отношений? 4. Девочки, говорите. Говорите, в отношениях мы на равных. Не воюем, не боремся, не сражаемся, не пытаемся выяснить, кто из нас лучше, кто из нас сильнее, кто из нас умнее. Мы на равных. И если вы что-то чувствуете, и вам больно и обидно, вы должны понимать, что партнеру также может быть и больно, и страшно, и обидно, несмотря на то, что он мужчина.